каждый год у всех мам бывает праздник. Надо их поздравлять и что-то дарить. А что, зайчонок не знал. Мама, что тебе подарить на праздник? Подари мне свою любовь, маленький зайчонок. И он зашагал по тропинке, заглядывал под каждый кустик, под каждое дерево, но совсем ничего не нашел. Где же ее найти? Он был совсем-совсем один в темном лесу. И так заскучал по маме, так ему захотелось к ней прижаться, обнять, сказать ласковые слова. И тут он понял, что такое любовь. Быстро-быстро он побежал к своему домику, крепко-крепко обнял маму и поцеловал. Мамочка, ты самая хорошая, я тебя очень люблю. Вот так зайчонок и подарил свою любовь маме.